Может, водочки выпьешь? Я не каждый день водку пью. К тому же душно. Да. Заработался, нянька. От утра до ночи все на ногах, покоя не знаю. А ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. В Великий пост на третьей неделе поехал я в Малицкое на эпидемию. Цепной тиф. В избах народ в повалку, грязь, вонь. Телята на полу с больными вместе. Возился я целый день. А приехал домой, не дают отдохнуть. Привезли с железной дороги стрелочника. Положил я его на стол. Чтобы ему операцию сделать. А он возьми и умри у меня под хлороформом. И вот когда не нужно, защемило. Сел я. Закрыл глаза вот этак и думаю, те, которые будут жить через 100-200 лет, помянут нас добрым словом. Нянька, ведь не помянут. Люди не помянут, зато Бог помянет. Вот спасибо. Хорошо ты сказала. Да. Да. Выспался? Да, очень. С тех пор, как здесь поселился профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя, за обедом ем всякие кавули, пью вина. Порядки. Без них всегда обедали в первом часу, как у всех людей. А при них в седьмом. Вот и теперь. Самовар 2 часа на столе, они гулять пошли. Идут, идут, не волнуйся. Прекрасно, прекрасно, чудесные виды. Замечательно. Мы завтра пойдем чай пить. Друзья мои, принесите мне чай в кабинет, будьте добры. Мне нужно сегодня еще кое-что сделать. Блаженство. Погода очаровательная. Птички поют. Живем мы все в мире. Согласие. Ну, чего еще нам? Чувствительно вам благодарен. А чайку, батюшка? Расскажи-ка что-нибудь, Иван Петрович. Что тебе рассказать? Нового нет ли чего? Ничего. Я тот же, пожалуй, стал хуже. Моя старая галка-мама все еще лепечет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим отыскивает в своих умных книжках зарю новой жизни. А профессор? Профессор? Возьми вот что.
Человек 25 лет. Читает, пишет об искусстве. Ровно ничего не понимает в искусстве. 25 лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре. 25 лет он читает и пишет о том, что ум давно уже известно. Для глупых неинтересно. Значит, 25 лет он переливает из пустого в порожнее. Ну, ты, кажется, завидуешь. Да, завидую. А какой успех у женщин? Его вторая жена, красавица, умница. Вы так что видели ее. Вышла за него, когда он уже был стар. Отдала ему молодость, красоту. За что? Почему? Она верна своему профессору. К сожалению, да. Почему же, к сожалению? Потому что эта верность фальшива от начала до конца. Изменить старого мужа, которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться заглушить в себе живое чувство и молодость, это не безнравственно. Ваня, я не люблю, когда ты так говоришь, но вот право. Кто изменяет жене или мужу, тот неверный человек, тот может изменить и отечеству. Заткни фонтан, Вафля. Спасибо. Ненечка, там мужики пришли, пойди поговори с ними, а чай я сама. О, сейчас. Пожалуйста. А я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он болен, ревматизм и еще что-то. Оказывается, он здоровеханек. Вчера вечером он хандрил, жаловался на боли в ногах. А сегодня ничего. Ой, чай холодный. В самоваре уже значительно понизилась температура. Ничего, Иван Иванович, мы холодный выпьем. Виноват. Не Иван Иванович, а Илья Ильич. Илья Ильич Телегин. Или, как некоторые называют меня по причине моего рябого лица, Вафля. Илья Ильич наш помощник, правая рука. Ах, что с вами, бабушка? Забыла сказать Александру. Потеряла память. Я получила сегодня письмо из Харькова от Павла Алексеевича. Прислал свою новую брошюру. Интересно. Как-то странно. Опровергает то, что сам 7 лет назад защищал. Это ужасно. Ничего нет ужасного. Пейте, маман, чай. Но я хочу говорить. Но мы уже 50 лет говорим и говорим, и читаем брошюры. Пора бы уже и кончить. Тебе бы что-то особенно неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жан, но за последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю. Мерти, ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью. О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло. Я был светлой личностью. Нельзя сострить и давить. Дядя Ваня, скучно. Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения. Ты забывал, что убеждения сами по себе – ничто, мертвая буква. Нужно было дело делать. Дело. Не всякий способен быть пишущим перпетуум мобиле, как ваш герпрофессор. Что ты этим хочешь сказать? Бабушка, дядя Ваня, умоляю вас. Я молчу. Молчу, извиняюсь. Хорошая сегодня погода.
В такую погоду хорошо повеситься. Нянечка, зачем мужики приходили? Да все зачем же, насчет пустоши. Господин доктор здесь? Пожалуйте, Михаил Львович. За вами приехали. Откуда? С фабрики. Покорно благодарю. Как-то неприятно, право. Досадно, черт подери. С фабрики приезжайте обедать. Да нет уж, поздно будет. Где уж, когда уж. Вот что, любезный, притащи ко мне рюмку водки в самом деле. Слушаюсь. Если когда-нибудь заглянете ко мне, вот вместе с Софьей Александровной, буду искренне рад. У меня небольшое именишко. Рядом со мной казенное лесничество. Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Но это не мешает вашему настоящему призванию. Ведь вы доктор. Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание. И интересно? Очень. А я думаю, однообразно. Все лес да лес. Ну что вы. Это же чрезвычайно интересно. Михаил Львович говорит, что леса учат человека понимать прекрасное, что они украшают землю. Леса смягчают суровый климат. А в странах, где мягкий климат, человек мягче и нежнее. Там люди красивые. Гибкий, легко возбудимый, движения грациозны, речь изящна. У них процветает наука и искусство. Философия их не мрачна. Отношения к женщине полны благородства. Браво, браво. Но все-таки позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами. Ты можешь топить печи торфом. Ну, я допускаю, руби леса из нужды. Но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев. И все из-за того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Не правда ли, сударыня? Нужно быть безрассудным варваром, чтобы разрушать то, чего мы не можем создать. Лесов все меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией, все, что я говорю, тебе кажется несерьезным. Быть может, это в самом деле чудачество. Но когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти. Когда я сажаю березку, и потом вижу, как она зеленеет. Однако, мне пора. Честь имею кланяться.
здесь. Соня, ты... Левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подарок. Скорее ревматизм. Который теперь час? 21. Утром поищи в библиотеке батюшкова. Кажется, он есть у нас. А? Поищи утром батюшкова. Помнится, он был у нас. Ну, чего мне так тяжело дышать? Ты устал, вторую ночь не спишь. У Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня этого не было. Вам всем должно быть противно на меня смотреть. Тебе же первый я противен. Ты меня замучил. А я всех замучил. А сам я наслаждаюсь жизнью и доволен. Скажи, что ты хочешь от меня? Что? Ничего. Ну так замолчи. Я прошу. Странное дело. Заговорит Иван Петрович, лето старое, идет к Марье Васильевне, и ничего, все слушают. Но скажи я хоть одно только слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Сейчас будет дождь. Ты сам приказывал послать за доктором Астром, а теперь отказываешься принять его. Это неделикатно. С этим юродием я разговаривать не стану. Как тебе угодно. Мне все равно. Который час? Первый. Душно. Соня, принеси мне со стола капли. Да не эти. Ни о чем нельзя попросить. Не капризничай, пожалуйста. Может быть, кому-то это и нравится, но меня избавь. Сделай милость. И мне некогда. Мне завтра рано вставать. Торжественное публичное заседание. Дорогому Ване знак дружбы.
дворе гроза собирается. Вон и как. Лен, Соня, идите спать. Я пришел вас сменить. Не оставляйте меня с ним. Ну, надо ждать им покой. Пусть они идут спать. Ну, и ты уходи. Во имя прежней нашей дружбы не протестуй. Нашей прежней дружбы? Молчи, дядя Ваня. Моя дорогая, не оставляй меня с ним. Конечно. Это смешно. Ты выложилась, нянечка, уже поздно. Самовар со стола не убран. Не очень-то ляжешь. Все не спят, изнемогают. Один только я блаженствую. Что, батюшка, больно? Это болезнь у вас давняя. Вера Петровна, покойница, Сонечкина мать, бывало, ночью не спит, убивается. Очень уж она вас любила. Старый, что малый. Хочешь, чтобы его пожалел кто. Пойдем, батюшка, в постель. Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею. Богу за тебя помолюсь. Пойдем, касатик, пойдем, Светик. Пойдем, Марина. Вера Петровна, покойница, Сонечкина мать. Ночи бывают. Я замучилась с ним. Вы с ним. А я самим собой. Ваша мать ненавидит всех, кроме профессора. Профессор раздражен, мне не верит. Вас боится. Соня злится на отца, со мной не разговаривает уже 2 недели. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я в этом доме. В этом доме гибнет ваша жизнь. Дорогая моя. Оставьте. Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится, легко вздохнет. Одного меня не освежит гроза. Вот вам моя жизнь и моя любовь. Куда мне их девать? Что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму. Когда вы говорите мне о своей любви, я как-то тупею. Я не знаю, что говорить. Чего вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Да поймите же, поймите. Иван Петрович, вы пьяны? Может быть. Может быть. Может быть. И сегодня пили. Все-таки на жизнь похоже. Идите спать. Мне с вами скучно, идите. Дорогая, чудная. Дорогая моя. Оставьте меня. Оставьте. Это, наконец, противно. Оставьте.
Что ты такой печальный? Профессора жаль, что ли? Оставь меня. А то, может быть, в профессоршу влюблен. Она мой друг. Уже? Что значит уже? Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности. Сначала приятель, потом любовница, а затем уже друг. Пошляческая философия. Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я пьян. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. У меня тогда все нипочем. Самые трудные операции легко делаю. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вафля, играй. Дружочек, я рад буду тебе всей душой, но пойми же, в доме все спят. Тебя не встревожу ничуть, и о том, что я молча твержу, не решусь ни за что намекну. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет, открываются тихо листы. Я слышу, как сердце цветет, и в больную усталую грудь веет влагой ночной, я дрожу. Я тебя не встревожу ничуть, я тебе ничего не скажу. Выпить бы надо. Пойдем, там, кажется, у нас коньяк остался. Допьем и ко мне приедем. Идете? Так идете.
дикая сушь. Михаил Львович, вы сами пейте, если вам не противно. Но не давайте пить дяде. Хорошо, мы не будем больше пить. Я сейчас уеду. Решено. Дождь идет. Погодите до утра. Поеду. И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Сегодня вовсе не стал говорить со мною. Избалован. Хотите закусить? Пожалуй, дайте. Я люблю по ночам закусывать. В буфете, кажется, что-то есть. Держите сыр. Знаете, мне кажется, что в вашем доме я не выжил бы одного месяца, задохнулся бы. Ваш отец, ваш дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка, наконец, ваша мачеха. Что мачеха? В человеке должно быть все прекрасно, все. И лицо, и одежда. Она прекрасна, спору нет. Но у нее нет никаких обязанностей. На нее работают другие. Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Вы недовольны жизнью? Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь. Уездную, русскую, обывательскую терпеть не могу, презираю. Она скучна, глупа, грязна. А что же касается моей собственной, личной жизни, твоей богу, нет ничего хорошего. Я работаю, вам это известно, как никто в уезде. Но нет у меня вдали огонька. Не пейте больше. Отчего? Это так не идет к вам. Вы изящны, у вас такой голос. Больше того, вы как никто из всех, кого я знаю, вы прекрасны. Зачем же вам походить на обыкновенных людей, пить и играть в карты? Не буду больше пить. Ну, дайте мне слово. Честное слово. Баста. Ведь я уж совсем трезв, и таким останусь до конца дней моих. Что с вами? Так, ничего.
В Великом посту у меня больной умер под хлороформ. Об этом пора забыть. Скажите, Михаил Львович, а если бы у меня была младшая сестра или подруга? Если бы, предположим, она, любила вас, как бы вы к этому отнеслись? Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу. Да и не тем моя голова занята. Прощайте, голубушка. А то мы так до утра не кончим. Я пройду через веранду, если позволите. А то боюсь, как бы меня ваш дядюшка не задержал. Прошла гроза. Какой хороший воздух. София. Что? До каких пор вы будете дуться на меня? Уж не сделали друг другу никакого зла. Зачем нам быть врагами? Я сама хотела. Ну что ж ты плачешь? Я заплакала. Ты сердится на меня за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету. Если веришь клятвам, я клянусь тебе. Я выходила за него по любви. Ну, Мир, Мир, не надо смотреть так. Это тебе не идет. Надо верить, иначе жить нельзя. Скажи мне, ты счастлива? Нет. Я хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж. Ну, конечно, хотела бы. Тебе доктор нравится? Да, очень. У меня, наверное, глупое лицо. Да? Сознайся. Скажи мне про него что-нибудь. Он талантливый человек. Такие люди редки. Их надо любить. Бьет, бывает, грубовато. Что за беда? Сама подумай, какая жизнь у него. Талантливый человек в России не может быть чистеньким и трезвым. Ты стоишь счастья. А я? И в музыке, и в доме мужа, и во всех своих романах, словом, везде была только эпизодическим лицом. Нет мне счастья на этом свете. Нет. Что ты? А я так счастлива.
Герр профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались в этой гостиной к часу дня. Хочет о чем-то поведать миру. Вероятно, какое-нибудь дело. Никаких у него нет дел. Дядя Ваня. А, виноват. Ходит и от лени шатается. Очень мило. Очень. Что, томитесь? Дорогая моя, в ваших жилах течет русалочья кровь. Будьте же русалкой. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного. А самые уши. Болтых. С головою. В омут, чтобы Герр профессор и все мы только руками развели. Оставьте меня в покое. Простите. Ну-ну. Виноват. В знак мира и согласия принесу сейчас букет роз. Вот уж и сентябрь. А где доктор? В комнате у дяди Вани. Мне нужно поговорить с тобой. О чем? О чем? Знаешь, в прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили. Она добрая, великодушная. Жаль только, что она так некрасива. У тебя прекрасные волосы. А когда женщины некрасивые, всегда говорят, у вас прекрасные волосы. У вас прекрасные глаза. Я люблю его уже 6 лет. Люблю больше, чем свою мать. Я каждую минуту смотрю на дверь, что он сейчас войдет. Теперь он бывает здесь каждый день, но не видит меня, не замечает. Это такое страдание. У меня уже нет гордости. Нет сил владеть собой. Вчера не удержалась и призналась дяде Ване, что люблю. Вся прислуга знает, что люблю. А он? Он меня не замечает. Странный он человек. А знаешь что? Позволь, поговорю с ним. Ну, право. До каких пор быть неизвестности? Позволь. Ну? А ты мне скажешь всю правду? Ну, конечно. Ну, конечно. Позволь. Позволь. Нет. Неизвестность лучше. Все-таки надежда. Что ты? Ничего. Добрый день. Обещали показать мне свою работу. Вы свободны? О, конечно. Где вы родились? В Петербурге. А получили образование? В консерватории. Тогда, пожалуй, вам это не интересно. Я, правда, деревни мало знаю, но я много читала. Здесь у меня свой угол. Угу. Когда я утомлюсь совершенно до полного отупения, то бросаю все. Приезжаю сюда. И вот забавляюсь этой штукой. Теперь смотрите. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад.
половина всей площади занята лесом. Здесь красная сетка. Значит, водились лоси, козы, лебеди. Да что говорить. Смотрите. Картина несомненного вырождения. Смотрите это. Вырождение от косности, от невежества. Озябший, голодный, больной человек, чтобы сберечь своих детей, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться. Я по лицу вижу, что вам это неинтересно. Нет, я просто в этом мало понимаю. И понимать тут нечего. Просто неинтересно. Мысли мои не тем заняты, простите. Я должна вам сделать маленький допрос. Допрос? Да. Сядем. Сядем. Не знаю, как начать. Дело касается моей падчерицы, Сони. Она вам нравится? Да, я ее уважаю. Она вам нравится как женщина? Нет. Она страдает. Вы поймите это. И перестаньте бывать здесь. Время мое уже ушло. Когда мне? Фу, какой неприятный разговор. Забудем его. Забудем, будто... И не говорили вовсе, и уезжайте. Если бы вы сказали месяц, два назад, то я, пожалуй, еще подумал. Но теперь одного не понимаю, зачем вам понадобился этот допрос? Милая, не смотрите на меня так. Я старый воробей. Я ничего не понимаю. Вам нужны жертвы. Вы отлично знаете, что я вот уже целый месяц ничего не делаю. Бросил все. Жадно ищу вас. И вам это все ужасно нравится. Ужасно. Вы с ума сошли. Вы с ума сошли. Вы застенчивы. Я лучше и выше, чем вы думаете. Я сегодня уеду. Бывать здесь не буду. Но где мы будем видеться? Говорите скорее, где? Сюда могут войти. Говорите скорее. Какая? Один поцелуй. Я клянусь вам. Я клянусь вам. Зачем клясться? Не надо клясться. Thank you.
пощадите, пощадите. Приезжай завтра в лесничество, часам к двум, да? Да, ты приедешь. Нет. Нет. Это ужасно. Ничего, ничего. Вы постараетесь, чтобы я и мой муж уехали отсюда сегодня. Вы слышите? Вы слышите? Ну да. Хорошо. Сегодня же. Сегодня, многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная, и озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали. А где же все остальные? Не люблю я этого дома. Что он сказал? После. Ты дрожишь. Ты взволнована. Он сказал, что больше не будет бывать здесь. А. Все разбрелись, никого не найдешь. Соня! Соня! Никого. Даже и потолки какие-то грязные вообще. Полы тоже самые. И натертые.
разбредутся все, никого не найдешь. Пригласите, пожалуйста, сюда Марью Васильевну. Я здесь. Пардон. Прошу, господа, садиться. Господа, прошу, садитесь. Соня. Соня. Может быть, я не нужен? Нет, ты здесь нужнее всех. Что вам от меня угодно? Вам? Что ж ты сердишься? Если я в чем-то виноват, ты извини меня. Оставь это кто. Господа, прошу, так сказать, повесьте ваши уши на гвоздь внимания. Дело в том, что я человек ученый, книжный, и всегда был чужд практической жизни. Я пригласил вас для того, чтобы попросить вас помощи и совета. Дело, в общем, серьезное. Я стар, болен, поэтому нахожу своевременным регулировать свои имущественные отношения. Но жизнь моя кончена, о себе не думаю, но у меня молодая жена, дочь, девушка. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от имений, трудно. Минуя детали, я предлагаю продать наше имение. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то, я думаю, будет излишек в несколько тысяч, который позволит нам купить в Финляндии небольшую дачу. Чего? Постой, повтори, что ты сказал? Купить в Финляндии небольшую дачу. Нет, не в Финляндии, ты что-то еще другое сказал? Я предлагаю продать наше имение. Вот это самое, ты продать имение. Превосходно, богатая идея. А куда прикажешь деваться, не со старухой матерью, вот Соня? Это все мы обсудим. Стой, до сих пор я имел глупость думать, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры и ее матери. Ну да, имение принадлежит Соне. Кто же с этим спорит? Без согласия Сони я не решусь продать его. Это непостижимо, непостижимо. Жан, не противоречь Александру. Верю, он лучше нас знает, что хорошо и что дурно. Или я сошел с ума, или... Я не говорю, что мой проект идеальный. Если все найдут его негодным, то я не буду настаивать. Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего, Григория Ильича, жены брат, может, изволите знать. Имение-то стоило 95 тысяч. Отец уплатил только 70, осталось долгу 25 тысяч. Теперь слушайте! Имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу моей сестры. Имение чистое от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. Я жалею, что начал этот разговор. 25 лет. Я и Соня выжимали из этого имени последние соки. Торговали точно кулаки постным маслом, горохом, творогом. Сами не доедали, чтобы из грошей собирать тысячи посылать. Тебе. И за все это время ты ни разу не догадался прибавить к моему жалованию хотя бы один рубль. Ну, почем же я знал? Я человек непрактический. Но ты сам мог себе прибавить сколько угодно. Зачем я не крал? Все презираете меня за то, что я Ваня, не крал. Не надо. Жаль. Зачем портить хорошие отношения? Не надо, Ваня, не надо, не надо. 25 лет. Я вот с этой матерью, как вот, сидел в четырех стенах. Днем я работал на тебя, как вол. По ночам читал твои статьи. Я жил. Я дышал. Все, что ты
писал, казалось мне гениальным. Ваня, не надо, не надо. Я не могу. Я не понимаю. Что тебе нужно? Ты был для меня существом высшего порядка. Все твои статьи мы знали наизусть. Но теперь у меня открылись глаза. Все твои статьи не стоят гроша, медного ты морочил нас. Понимаешь? Господа, да уймите же его наконец, или я уйду. Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали. Замолчись. Нет, не замолчу. Погоди, я не кончил? Ты погубил мою жизнь. Я не жил. Не жил. По твоей милости я истребил, уничтожил. Лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг! Я не могу! Какое ты имеешь право со мной так разговаривать? Ничтожество! Если мини твое, бери его, я в нем не нуждаюсь. Я сию же минуту уезжаю из этого ада, я не могу больше уразить! Пропала жизнь. Я талантлив, умен, смел, если бы жил нормально. Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Я заработался. Нянечка, воды. Воды, нянечка. Я схожу с ума. Матушка, я в отчаянии. Матушка. Слушайся, Александр. Нянечка. Матушка, что мне делать? Не нужно. Не говорите. Я сам знаю, что мне делать. Будешь ты меня Господа, ну что же это такое, наконец? Ну, уберите от меня этого сумасшедшего. Живет здесь, рядом со мной. Ну, пусть перебирается в деревню, или я переберусь. Но оставаться с ним в одном доме я не могу. Мы сегодня уедем отсюда. Необходимо распорядиться сию же минуту. Ничтожнейший человек. Надо быть милосердным, папа. И дядя Ваня так несчастный. Надо быть милосердным. Мы не отдыхали. Мы боялись потратить на себя каждую копейку и все посылали тебе. Я говорю не то я говорю, папа. Но ты должен нас понять. Александр, ради бога, объясни с ним. Умоляю. Хорошо. Я объясню с ним. Я его ни в чем не обвиняю. Извольте, я пойду к нему. Будь с ним помягче. Успокой его, пожалуйста. Нянечка. Ничего, деточка. Погогочут гусаки, да перестанут. Погогочут и перестанут. Ух, чтоб тебя. Удержите его. Удержите, он сошел с ума. Отдайте, он говорит. Отпустите меня или отпустите. Отдайте. Где он? Вот он. Черт, я бы побрал! Увезите меня отсюда. Увезите, уберите. Я не могу больше здесь оставаться. Не могу. Не могу. Что я делаю? Нянечка.
от меня. С большим удовольствием. Мне давно уже нужно уехать отсюда. Доктор боится, как бы Иван Петрович на себя рук не наложил. А где его пистолет? Я его в погребе спрятал. Ай, грехи. Не знаю, как мне стыдно. Что мне делать? Ничего. Понимаешь, если бы можно было остаток жизни прожить как-нибудь по-новому, проснуться бы в одно прекрасное утро и вдруг почувствовать, что начал жить по-новому, что все прошлое забыто. Начать, но... Подскажи мне, как начать? С чего начать? Подскажи! Ну, у тебя какая еще там новая жизнь? Наше положение твое и мое безнадежно. Положим, я проживу до 60. Это остается 13. Много. Как я проживу эти 13 лет? Перестань! Те, которые будут жить после нас, те, которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, те, может быть, найдут средства, как быть счастливыми. А мы... Да, брат, во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека. Я, да ты. Но в какие-нибудь 10 лет обывательская презренная жизнь затянула нас. Взял у меня из дорожной аптечки баночку с морфием. Послушай, если тебе очень хочется покончить с собой, то ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки. С меня же довольны и того, что мне придется вскрывать тебя. Это интересно. Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптечки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, а то мне пора ехать. Дядя Вань, ты взял морфий. Ну, отдай. Ну, зачем ты нас пугаешь? Ну, отдай, дядя Вань. Я, быть может, несчастна не меньше твоего. Однако же, я чай выпил. Я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама собой. Терпи ты.
добрый, милый, славный дядя, отдай. Ты ведь добрый. Ты пожалеешь нас и отдашь. Возьми. На, возьми. Надо скорее работать. Надо делать что-нибудь. А то не могу. Не могу. Не могу. Надо работать. Мы только проводим наших, сядем работать. А, Иван Петрович, вы здесь. Мы сейчас уезжаем. Идите к Александру, он хочет что-то сказать вам. Иди, дядя Ваня. Ты и папа должны помириться, это необходимо. Прощайте, я уезжаю. Уже? Лошади уже полны. Прощайте. Вы обещали мне сегодня, что вы уедете отсюда. Я помню, сейчас уеду. Испугались. А разве это так страшно? Да. А то остались бы, а? Завтра в лесничестве. Нет, уже решено. И потому я гляжу на вас так храбро, потому что уже решил отъезд. Я об одном вас прошу. Думайте обо мне лучше. Какой вы смешной. Я сердита на вас. Но все же... буду вспоминать вас. С удовольствием. Да. Уезжайте. Странно, я убежден, что если бы вы остались, я бы погиб, да и вам бы не сдобровать. Уезжайте.
E finita la commedia. Ну, желаю хоть раз в жизни. Надо ехать. Странно. Были знакомы. И вдруг никогда уже больше не увидимся. Сюда идут, кажется. Финита. Старое помянет, тому глаз вон. После того, что случилось, в эти несколько часов я так много пережил, столько передумал, что, кажется, мог бы в назидании потомству написать целый трактат о том, как надо жить. Я охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня. Охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня. Ты будешь аккуратно получать то же, что получил и раньше. Все будет по-старому. Александр, снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы же знаете, как вы меня... Прощайте, ваше превосходительство. Нас не забывайте. Ну? До свидания, папа. Прощай. Береги себя. Пересылай письма. Больше никогда не увидимся. В гостиницу Берлин, в Харьков. Угу. Прощайте, голубчика. Прощай. Все прощайте. Благодарю вас за приятное общество. Уважаю ваш образ мысли, ваши увлечения, порывы. Но позвольте мне, старику, внести в мой прощальный привет только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Всего хорошего. Скажи-ка там вафля, чтобы заодно, кстати, подавали и мне лошадей. Слушаю, дружочек. Что ж ты не идешь проводить? Пусть уезжают, а я не могу. Уехали. Профессор рад, небось. Его теперь сюда и калачом не заманишь. Уехали. Уехали. Дай Бог благополучно. Ну, дядя Вань, давай делать чего-нибудь. Работать, работать. Напишем дяде Ване прежде всего счета. У нас страшно все запущено. Вчера опять присылали за счетом. Пиши.
Ты, дядя Ваня, пиши один счет, а я другой. Уехали. Тепло, уют. Не хочется уезжать отсюда. И старого долга осталось? 2,75. 2,75. Михаил Львович, лошади поданы. Возьми. Гляди, папку не помни. Слушаюсь. Ну-с. Когда мы увидимся? Не раньше лета должно быть. Зимой едва ли. Само собой, если случится что, то дайте знать, приеду. Спасибо за хлеб, за соль, за ласку. Одним словом, за все. Прощай, старая. Так и уедешь без чаю? Да не хочу, нянька. Ну, может, водочки выпьешь? Пожалуй. Знаю, что ты захромала. Еще вчера заметил, когда Петрушка водил поить. Перековать надо. Придется в Рождественском заехать к кузнецу. Должно быть, в этой самой Африке теперь жарище. Страшное дело. Гречневой крупы 17 фунтов. Кушай, батюшка, на здоровье. Да ты хоть бы хлебцем закусил. Нет. Я и так. Затем всего хорошего. Не провожай меня, нянька, не надо. February 16. Опять масло постно. 20 фунтов. Гречневой крупы 80 фунтов.
Кроху. Уехал. Уехал. Итого 15 творогу. 17. 29 93 34 3 17 и 25. Итого 2 пуда. Дитя мое, как мне тяжело. Что делал дядя Ваня? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Мы проживем длинный ряд дней, долгих вечеров. Мы будем терпеливо сносить все испытания, какие пошлет нам судьба. Мы будем трудиться для других. Теперь и старости не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. Там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог жалится над нами. И мы с тобой, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную. Мы обрадуемся. На теперешние наши несчастья глянемся с умилением, с улыбкой и отдохнем. Мы отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир. И наша жизнь станет тихой, нежной, сладкой, как ласка. Я верую. Верую. Мы отдохнем. Мы отдохнем.